В восторге, да? В восторге от нашей тренки? Давай, Сань, повтори что-то. От меня. А ты от мебели. Привет всем, с вами снова команда Patriots в полном составе. В полном, да. Мы снова в нескучном саду в Москве и будем тренироваться. Поскольку у нас все еще лето, на мне снова новая маечка. На мне будет каждый раз новая маечка. Что будем делать сегодня? Будем сегодня делать спину, несколько упражнений по 3-4 подхода в каждом. Все подходы на максимум. Потому что это единственный способ расти, как сказал Максим Трухановец. Да? Да? Я не знаю, как он. Вот так. Первое упражнение – подтягивание. Первый подход разминочный, затем подход на максимум. И затем еще 2-3 подхода на максимум с отдыхом 2 минуты. Что лето, жара, прямо тренироваться. Хлопушки. Хлопушки. Не ешьте, хлопи не хлопушки дают. Уже где-то здесь. Хлопушки уже где-то ниже. Хлопушки стремятся на волю. Делают разминочный подходик. Слушайте, ну что, 2 минуты, да, перерыв между максимумом? Да, 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 да. Что я могу вам сказать про максимум, ребят? Очень многие очень сильно переживают из-за своих максимумов и относятся к тренировке, знаешь, не как вот просто к тренировке, типа, сделать подход. Прям такие, я должен выжить максимум, я должен выжить максимум. Прям у них сердцебиение учащается. И такие, они переживают, сделают, не сделают, а? Как на Сорьевках, да. Не надо так. Это всего лишь тренер. Сколько бы вы не выжили, ничего не изменится, да. Просто не надо слезать, пока вы можете держаться, висеть и подтягиваться дальше. И тогда вы будете прогрессировать. Но вот прям переживать, что вот надо вытащить, там дрыгать ногами. Фигня это все. Успокойтесь. Если вы замечаете, что перед подходом на максимум вы переживаете, нервничаете, прям готовитесь его сделать, не надо так. Надо ко всему спокойнее относиться. И тогда у вас будет результат. Вообще ничего не хочу делать. Запишем твой максимум? Нет, мой это очень не надо. Почему? 30-ку ты это сделаешь? Нет. А я сделаю? Да. Саня в меня верит. Мне главное, короче, чтобы кто-то смотрел, что я прям в нормальном качестве делаю. Я могу тебя заснять. Если не делаю, ты прям говори и будем это, не считай это. Как я буду считать? Да. Сложно. Да, кстати, если вам кажется, что когда кто-то считает, вам сложнее делать, у вас просто мало сил. Да, так и есть. Как бы, если бы у вас было достаточно сил, вас бы это не напрягало. Поэтому просто тренируйтесь. И смейтесь, сейчас я буду подтягивать. Подожди, она снимает? Да, я снимаю. О, я даже вижу тебя, круто. Она, походу, просто так выключает экранчик. Да, просто вынести тебя. Давай, буду считать. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, давай еще, 27, 28, давай еще два раза, 29, 30. 30. Еще можешь, давай. Давай. Ну, 31, если считается, что ты дотянул. Давай. Пока у нас заняли рукоходик, и мы не можем тренить, мы будем выполнять ваши просьбы. Вы просили больше рассказать о Насте. И мы расскажем больше о Насте. Так, скажи мне, кто просил. Подписчики на канале на Ютубе. Так, ладно. Кто именно, я... Да, ты можешь почитать в комментах, там после выпуска с тобой просили. Они не смотрели репортаж для общественного телевидения, поэтому вкратце для начала расскажи. Может, просто скажем, чтобы посмотрели? Нет, вкратце расскажи историю, чтобы у нас просмотры шли. Ну, в общем, года два назад пришла я заниматься в зал. Вот, занималась в зале два года.
Потом у меня возникла идея, что летом как бы грех заниматься в зале, хочется на свежем воздухе больше времени проводить. Вот, и просто глупо там 10 часов в неделю торчать в зале. Вот. Душно. Вот, у меня есть сестра троюродная в Томске, которая очень активно занимается воркаутом, у них там с парнями большая ассоциация, проводит всякие соревнования, детишки троюродные. Вот, и она меня вдохновила, собственно, на все это. Потом я нашла случайно группу еще в феврале. Вот. Ну, что-то было холодно, как-то я не решилась. В то время, как все ходили и занимались минус 13. Простите. Вот. Ну, в общем, потом сто лет, и я все-таки пришла, и вот осталась. И занимаешься. Да, тебе нравится здесь заниматься? Да, очень нравится. Я, на самом деле, уже стала выходить возле дома на площадку, то есть не только сюда прихожу, но еще и там сама писала себе программу, как могла. Вот. Молодец. Какие цели ставишь перед собой? Ну, вообще, я пришла в воркаут с целью научиться делать флажок. 22-го, кажется, августа, день российского флага. Вот, у меня цель, короче, научиться делать флажок ко дню российского флага и заменить какой-нибудь классный отчет. Следующее упражнение. У нас будут выходы на максимум. Тоже 3 подхода. Вот их 2 минуты между подходами. Делать будем на вот этой вот перекладинке, на толстой. С глубоким хватом, чтобы меньше всего тратить на проворот кистей и чисто работать. Чисто работать. Работай давай. Сколько надо сделать? Максимум. У меня руки дрожат. После того, как сделал максимум, больше не можешь делать 10 потерь. У меня руки дрожат. Не, не важно. Я не смогу сейчас сделать, я чувствую, что давай. У меня слабость. Я чувствую, что у меня слабость в животе. Живот – это наша сила. Все в таком сейчас состоянии, тренер в таком сейчас состоянии. Сейчас все потеряю. Ну, кстати, не, на выходах легче будет. А мне нет. Если ты не будешь рвать прям по максимуму, будет полегче. Ну, лучше у меня выход идут. И у меня, и у всех, кто здесь. Ну, так надо стремиться. Надо высыпаться. Вообще раз сутки в поезде провел, что ты от меня хочешь? Надо было в поезде тренироваться. Я тренил по тяге, не ускочил. Приятно отдыхать, да? Хлопушки пошли. Хлоп-хлоп. Фиш, ладно, давай фристайл, да. Фишечку с отжиманиями. Да, на самом деле это просто подводящие к выходам. Просто взрывные отжимания. Да, это есть в моем видосике. С ногами не получается. Надо координацию поработать немного, координацией. И все получится. Вот такая вот фристайл фишка от Сереги. Тренируйтесь. Давайте попробуем сделать 5 подтягиваний, выход, 20 дипсов, или 15? 20. Было 10. А, 10 было? Ты сказал первый раз 10, 15. Дипсов. Все, 5 подтягиваний, выход, 15 дипсов. И все это хватом пошире плеч. Ну, знаешь, не узким таким, а пошире. Ну, вот таким. Да. Чтобы выход тоже таким хватом потренить. Окей, давайте. Погнали. 5 подходов с отдыхом, 2-3 минутки. Не слезай с турника, такое же было. Не, ну, не было, было немножко другое. Ну, не слезай же. Не слезай. А, еще Миха с нами, да? 5 подтягиваний, выход 15 дипсов. Давай, Мих, ты сможешь. Миха, давай. Саня, что такое? Что? Да. Давай, готовься. Я думаю, подвое не надо просто сделать, надо по очереди, чтобы отдохнуть хотя бы. Видос длиннее был. Видос длиннее, больше просмотров, больше можно рекламу вставить. Вылезай, давай. 5, выход. Сань, некоторые зрители что? Пишут, что турнички брусья – это все прикольно, но типа на них может быть только дрищами и... Чтобы нормально качаться, можно только в качалке ходить. Можно. Что ты скажешь? Все можно. Все можно? Все. Вы должны знать, что вы можете все. Понимаете? То есть это зависит от них, а не от турников, да? Зависит от вас, не от кого-то там. Не смотрите на других людей.
То есть, если будут жать, то все получится. Да, неважно где, в качалке. А если будут тренироваться как девочки, то мышцы не вырастут. Не вырастут. Три подхода по пять. Подтягиваний. Как настоящий самурай тренируется в воде. В одиночестве, в отдалении. Вот ты прям заснял, когда я упал. Специально, что ли? Ну, настоящий самурай. Как это? Не испытывает поражения, он приобретает опыт, да? Точно. В следующий раз я буду сильнее. Это планка для пресса. Первая планка, 30 секунд стоим, точнее, ты кричишь 25! Мы такие, 10 отжиманий почет. Раз, два, три. Не, мы таких, не алмазных. Вот, мы так стоим, мы такие. Это будет очень смешно. Давайте делать. Потом такие выпрямились, такие стоим. 30 секунд. Он такой, 55! Хорошо разработаны, у нас у всех дальше. Да, там кисти почти. Попробуйте, просто попробуйте. Если у кого-то есть неприятность, скажите. То просто делайте на кулаках. Просто сделайте. Там и получается, что на кулаках делаешь. Вот, вот так, выпрямите. Кисти болят. Да не, вообще халява, давай делать. Опустись на локти. А теперь подними. Кисти болят? Нет. Ну вот, все. Все, давай, давай. Я говорю, там кисти не набухают. Давай делать, давай делать, давай делать. Лучше, чем при алмазах. Давай делать. Так, все попробуй. Ну встаньте, ну отдохните. 28. 30. Попку напрягли. Прессик напрягли. Я уже устал. Девочки, активнее, активнее. Когда отжиматься будет? Семь, да. Кричи, когда будет 25. 25! 25! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь стоим на ровно. Одного не оставляли, просто его начали так обрабатывать, понимаешь? Зато он приходил, то опять ему... Жопу ниже. Вот ты, пожалуйста. 25. Все? Да. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Боковую хуй. Ой, старый, я уже заебался. Да, что-то как-то... Я говорю, это нелегко, пацаны. А сейчас на боковой вообще взорвусь. Кричи как бы... В смысле, ты хочешь отжиматься сейчас? Нет, не отжиматься, а попкой так двигать, помнишь? А, да, да. Не ногу поднимать вверх, да? Не, не будем, я попку хочу. Сколько? 20. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, стоим. Ну вы птицы просто. Это весело. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. 8, 9, 10, другая сторона. Блин, ты дурак, что ли? Хорошо, что другая сторона более вкачана. Прям легче стоять. Ну, не сказал. Конечно, у тебя не более вкачана. А ты смеялся, наверное, я тебе говорил, что жесткая штука. Рука на поясе, пацаны, выпрямляемся. Просто время. Камни в руку впиваются, это очень неприятно. Время замедляется. 25. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стои. Thank you.
Собираемся, ребята. Раз, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все? Слышно? А вы хотите продолжить? Стиваешься. Прям спина стала включаться. Косить. Я откровенно лежал. Три таких подходика, если у вас достаточно вкачанный пресс, можете сделать 5 подходиков. Вот. Ну и все, на этом тренировка закончена. Блин, пот льет с ручьем, значит, хорошо потренили. Что фристайл фишечку показали. В общем, все на сегодня. Приходите на скучный сад, потреним вместе. Пишите комментарии, ставьте лайки, кидайте видео друзьям, пусть тоже тренируются. И будьте клевыми, занимайтесь воркаутом. Прикольно. Спасибо. Угощайся. Настя еще и готовит вкусно. Если нашим подписчикам это интересно. Да, очень вкусные штучки.